Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Фуриона, его название Varigal Ferus Lord. Давайте рассмотрим модель нашего Фуриона. Вот такой рогатый чувак. Рога у нашего Фуриона буквально везде. На голове, на плечах, на брысерках и даже в посохе у нашего Фуриона рога. Что еще хотел бы сказать по поводу данного сета? Это очень древний комплект на Фуриона, и у него как бы на данный момент существует очень много минусов. Вот модели в данном сете очень, ну как бы здоровски сделаны, плечики, накидка хорошая такая, ну здорово она сделана, хорошо облегает Фуриона. Также брысерки прикольные и посох неплохой. Но при этом текстуры у этих вещей ну просто адски плохие. Если можно было как-нибудь их обновить, было бы как бы, ну, очень хорошо. А так, в игре очень плохо это все выглядит, на иконке, ну и даже так со стороны смотреть, выглядит некрасиво. Также имеются минусы, вот, в грудном отсеке Фуриона. У нас текстуры наезжают друг на друга. Плечика, вот, накидка, борода, все сквозь друг друга проходит, и это тоже выглядит некрасиво. Так, данный сет состоит у нас из 6 частей, 2 рарок и 4 анкомонов. Давайте посмотрим, как выглядит Фурион в игре. Вот если так смотреть, они, ну как бы лучше здесь выглядят. Хотя, ну вот видно, что текстуры у нас пластмассовые. Вот плечи пластмассовые, сзади накидка, ну не так уж плохо выглядит, но видно, что это не очень. Стандартная палка даже лучше выглядит, чем... Вот это коряга. Вот она классная, но текстуры плохие. Давайте поближе посмотрим, как Фурион выглядит. Вот реально на Брежнева похож. Только у Брежнева брови не прыгали. Сзади выглядит вот так. Симпатичка. Симпатичная такая накидка. Давайте рассмотрим иконки наших фур. Вот здесь. Кривая борода, вот эта, она непонятно откуда выходит, как будто ему приклеили. Вот это плечо с ужасной, вот тут вроде как бы иероглифы, они вот, смотрите, какие некрасивые, как будто я графику на минимум поставил. На самом деле это все как бы минусы данного сета. И стандартный скин. Вот такой у нас Фурион. Ну, много его раз видели все. Собственно, вот все у нас изменения. На этом все, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.